женщина перекинула свою 3-летнюю дочь через ограду на глазах у других посетителей. Кавказский бурый медведь по кличке Зузу подошел к девочке, понюхал ее и отошел. Медведя заманили во внутреннее помещение, после чего достали девочку. Первую помощь пострадавшей оказала медсестра зоопарка. Приехавшая машина скорой помощи доставила девочку в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. У нее диагностировали открытую рану головы и сотрясение мозга, полученное в результате падения с высоты почти 5 метров. Сейчас ее состояние удовлетворительное, она находится под наблюдением врачей, сообщили в Минздраве. Работник зоопарка рассказал, как было на самом деле. Мама 2 минуты продержала свою девочку, чтобы сначала привлечь медведя. Люди хотели помочь, но не успели. Когда медведь начал двигаться, мать выкинула ее, и она головой упала к медведю. После падения девочка получила травмы, рассказал он. После инцидента девочка плакала, хотела к маме. Однако женщина не уделила дочери никакого внимания. «Мы не видели страха или жалости к своему ребенку в глазах матери. Мы посмотрели камеру наблюдения и стали свидетелями того, как мать подошла к клетке, сняла куртку дочери, оглянулась по сторонам и бросила свою дочь, сказав окружающим, чтобы они не подходили», – добавил представитель зоопарка. Сообщается, что после инцидента медведю дали торт и различные фрукты. В отношении матери девочки возбуждено уголовное дело.